получить автограф футболистов в зачетной книжке смогли на минувшей неделе студенты Института экономики, управления и права. Именно там стартовала акция «Рубин приходит в твой вуз», организованная отделом по работе с болельщиками. На большой перемене около здания института были организованы розыгрыши призов и абонементов на домашние матчи «Рубина». Ну а кульминацией мероприятия стал приезд на встречу со студентами вратаря команды Сергея Рыжикова и капитана Романа Шаронова.